Нашим холдингом был создан совместно с сотовыми операторами и национальным оператором «Казахтелеком». Был создан фонд развития ИКТ, в котором планируется развитие инкубаторов и посевного инвестирования. То есть инвестирование на уровне посева означает предварительный отбор, когда мы от этапа идеи до этапа прототипа мы можем финансировать это направление. В дальнейшем существуют фонды Института развития в Казахстане, которые позволяют дальнейшие этапы развития компании, такие как НАТР, Национальное агентство технологического развития, он тоже будет заниматься инкубированием, акселерацией, у них будет уже на последовательное финансирование, значит, на этапе создания прототипа до выхода на рынок. Вот я думаю, что развитие этих национальных институтов развития должно помочь и стартапам, и развить в целом индустрию IT в Казахстане.